Схід – справа тонка, особливо, якщо питання стосується танців. У місті відбувся всеукраїнський фестиваль східних танців. Змагалися більше 500 учасниць 6 областей України. Виборювали корону кращої. Як виступали конкурсантки та чим вражали суддів, бачила Катерина Лук'янець. Юні танцівниці зі сцени вражають гостей фестивалю майстерністю східного танцю. Різкі махи стегнами у поєднанні з пластичними рухами тіла. Ось особливість цього танцювального стилю. Це як моє хобі. Я бажаю, я чувствую себе свободною. У мене це як второе, лучше тіло. Окрім маленьких учасниць, виступають зі своїми номерами і дорослі учасниці. На фестивалі понад 6 вікових категорій. В кожній обиратимуть кращу. Конкурс об'єднав як початківців, так і професійних танцівниць. Дівчата підтримували одна одну та ділилися досвідом. В цьому році я участвувала в професіоналах і зайняла корону. Це дуже жінські танці, дуже красиві. В них можна відкрити свою душу, свій внутрішній мир. Ну, і з першого заняття я точно знала, це моє, воно мені подобається, все. Оцінює танцювальні здібності конкурсанток журі. Серед них і представники Міжнародної спілки викладачів танцю. Розповідають, для дівчат такі конкурси – крок до побудови власної кар'єри. Наша організація в кінці року придумала систему поощрения лидеров рейтинга, который ведется организацией по факту участия всех танцовщиц в своих номинациях и, собственно, побед, призовых мест. Лучшие танцоры командируются организацией за границу на международные проекти. Чим більше нагород, тим більше шансів у кожної учасниці потрапити на чемпіонат Європи та інші зарубіжні конкурси. Після дівчата можуть відкривати свої школи танцю та навчати східному танцю інших. І в нашій студії вже з'явилась чарівна гостя. Я рада вітати Ганну Шостак, директорку «Талант-студії». Вітаю вас, пані Ганна. Доброго дня. Розкажіть детальніше про той фестиваль, який ми бачили сюжет щойно. Вчера буквально закрылся фестиваль «Oriental Queen Frida», который проходит уже второй год в Запорожье. То есть это четырехдневный фестиваль, который длился с обучающей сессией мастер-классов от ведущих педагогов. Вот. В этом году мы пригласили Алексея Рябошапку, это звезда Украины, то есть не только Украины, а и за границей. Были танцы, это восточных танцев. Также у нас был оркестр живой арабской музыки. Вот. И фест проходил на берегу Днепра. То есть именно задумка была в том, чтобы участники проходили не обычный конкурс там, в Дворце культуры или где-то, то есть где они находятся в напряжении. Хотелось показать им, что сейчас уже лето, закончились школы, и закрытием танцевального сезона вот был именно наш конкурс. Вот. В четырехдневный фест у нас входила вечеринка, обучающий мастер-класс. Вечеринка была в казацком стиле, то есть у нас были казаки на берегу Днепра. Девчата танцуют східні танці у казацькому стилі? Да, да, это была вечеринка, они все были в вишиванках, венках, выбирали лучшую танцовщицу, они играли, участвовали в батле на берегу Днепра с казацким представлением, то есть это было очень интересно, такой фьюжн, который мы устроили для того, чтобы дети сдружились, потому что были дети с разных регионов Украины, вообще с разных городов, то есть и вот этим вот за два дня, пока была сессия обучающая и был баттл, они сдружились, общались. То есть это была такая неформальная обстановка. Вот. И суббота и воскресенье, то есть было два дня конкурсной программы, достаточно большой, достаточно интересной и яркой. То есть вот. Лише діти брали участь у цьому фестивалі? Ні, не діти, не тільки діти. Тобто учасники від 5 років, тобто найменша категорія – це бейбі. Это 4-5 лет. И последняя категория, которая даже не последняя, так нельзя, наверное, сказать, а самая старшая категория – это сеньоры. Сеньоры – это 45-50 лет. Вот. И оно делится у нас по лигам. Есть начинающие, продолжающие, высшая лига и профессионалы. То есть в каждой из категорий выбиралась королева по импровизации, под живой звук. То есть это была суббота, вечер. Вот. У нас строится специальная сцена с аппаратурой, с оркестром, и девочки борются за корону. Все получают, у нас получили все памятные призы от наших спонсоров, которые были, все получили медали. То есть даже если девочка была на пятом, на шестом месте, она получила медаль. То есть все это сделано в таком плане, чтобы
ніхто не ушов з плохим настроєнням з конкурсу. Як ви оцінюєте виступ саме запорізьких дівчат? Наскільки вони вдало виступили? Выступили хорошо запорожские девочки, но хочу сказать так, что если провести, то есть, анализ всего, то самые основные призы взяли другие регионы в этот раз. То есть приехали достаточно очень много сильных школ с Киева, с Винницы, с Днепропетровска, с Мелитополя. Очень сильные школы приехали, которые, то есть, составляют конкуренцию достаточно хорошую. Вот. Запорожье показалось на очень хорошем уровне. Вот. Но были школы, которые тоже заняли хорошие места. Ви перерахували вікові категорії, от сказали, що можуть займатися навіть дівчата там по 5 років, так? Да. Це дуже маленькі дівчата, чи складно їх навчити східним танцям і які вони успіхи демонструють? Ну, конечно, в этом возрасте научить их танцевать профессионально невозможно, да? Но это все идет в виде игры, то есть девочка учится вести себя правильно на сцене, учится красивой осанке, красивым ручкам, то есть выставляются ручки, выставляется спинка, осанка, то есть я не могу назвать в 5 лет это, то есть, да, профессиональным танцем, но это очень мило, классно смотрится, все рады, такая маленькая принцесска в красивом закрытом костюме, то есть понятное дело, что она не стоит там раздетая, то есть это все мило і красиво, дуже смотриться. А загалом, які ви переваги можете назвати східних танців перед іншими видами? Ну, наверное, потому что это больше всего развивает женственность и пластику. То есть я сама занимаюсь многими стилями танца, и именно восточные танцы я могу назвать, что это самый такой вид танца, который развивает именно вот плавность движений рук, плавность тела, пластику. То есть вот это 100%. То есть ни один спорт, ни один вид танцев, который есть, не дает той мягкости тела, что дает восточные танцы. А у якому віці можна починати навчатись? Чи немає вікових обмежень? Ну, вообще, по-хорошему, восточными танцами нужно заниматься девочкам после 12 лет. То есть если делать все движения правильно, то есть должно быть сформированное тело. Но у нас, допустим, то есть моя школа, мы преподаем не только восточные танцы. То есть мы преподаем хореографию в первую очередь. И девочки до определенного возраста, особенно 5-6 лет, они занимаются построением правильной осанки, ручек, хореографии. Вот так. Є такий стереотип, що східні танці можуть танцювати лише дівчата таких пишних форм. Це правда чи ні? Ні, це не правда. І зараз вже ми вийшли на рівень спортивних бальних танців. І більшість, я скажу так сказати, навіть да, максимум, це підтягнуті фігури, це дуже красиві фігури, у которых всегда формируется талия, ну, то есть формируется красивая осанка, красивые руки, и эстетика движения, эстетика вот подачи манеры костюмов не убирается. То есть вот, она уже стала очень сильно похожа на бальные соревнования. То есть костюмы очень похожи. То есть не те восточные костюмы, которые мы вот видим там в монетках, в фильмах мы видим, нет. Это костюмы, которые вот бальное платье взять, вот так вырезать здесь и оставить. То есть как-то так. Дякую вам, пані Гано, за змістовні відповіді, успіхів вам і до побачення. Спасибо, до свидания.